Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И наконец-то я могу вам показать все самое интересное в Humankind, то, что было запрещено показывать до 16 августа. Начну, пожалуй, с системы аватаров. До сих пор не знаю, как правильно по-русски. В общем, в моем профиле, то есть вот этот чувак, за которого вы будете играть во всех играх, вы можете его всегда настраивать, ну или чувиху, что вы поставите. Вот тут есть уже изначально сделанные, можете кого-то выбрать, а дальше можете изменять пол и цвет кожи. Характер, видимо, зависит от того, как вот он будет свои фразы говорить, понимаете? Размер лица, как они выглядят, брови, взгляд, вообще совершенно разные есть, вот наводите носов не видно. Ну, конечно, вот представлю немножко странно, я, например, не, как бы мне сложновато увидеть тут разницу между этим носом и этим носом. То есть надо как-то внимательно вглядываться. Губы, состояние кожи, возраст, постарше, помоложе, шрамы, прически, цвет причесок, растительность на голове. На лице, интересно, можно женщинам бороду? Да, можно, ребята. Все по заветам Кончиты Вюрст. Слава богу, а то я уже боялся, что не смогу за женщину с бородой. Слушайте, давайте я женщину с бородой, в общем-то, и сделаю себе. Он просто в платье таком. Будем за Кончиту Вюрст реально играть. Только борода у нее там другая. Вот примерно так, наверное. Такая борода лопатой. А, тут разница чисто... Не, давайте вот это более такая модная, что ли. Ну и волосы тогда длинные, чтобы как-то... О, вот это типичная Кончита Вюрст, в общем-то. Ну, еще цвет одежды, как, ну, какие-то такие мелочи, знаете. Вот, но это чисто внешний вид, понимаете? Кроме того, поведение делать. Причем это зависит от ваших прошлых прохождений. Видите, вот здесь трофеи имеются, так? Вот, например, если вы 10 армий наймете, то откроется вот этот трофей «Дорогие клинники». 20 армий, режем цены и... Иметь 6 различных особенностей в одной игре, мастер на все руки, преимущество любителя пока. Вот эти, когда трофеи вы выполняете, тогда вы можете вашему персонажу добавлять, во-первых, архетипы. Ну, видите, тут пока у меня кое-что... Филантропия, например, открыта, а жестокость закрыта. Но, опять же, как я понимаю, здесь только 3 архетипа можете выбрать. У меня выбрана осторожность, настороженность и злопамятность для меня, да? Потом в преимуществах 2 преимущества только можете выбрать, но я, видите, взял себе уже 3 звездочки, инженеры и мыслители, я это все открыл. Плюс 10 к промышленному ресурсу ремесленного квартала и плюс 20% к научному ресурсу. И, наконец, убеждение, это вот на что он будет, стремиться делать. Побольше гарнизонов и, главное, надежная оборона границ. Видите, он экспертом считается. Для чего это вообще все делается? То есть сохраняете... Как я понимаю, бонусов в игре против компьютера или в сетевой игре, это вам вот эти вот преимущества, по-моему, они все равно не будут работать, но это надо выяснить еще, это не особо понятно. А вот где это реально будет работать, это в играх, то есть вы этот свой аватар можете кидать другим людям. Давайте найдем, где тут это. По-моему, в сообществе это должно быть дополнительно. Да, сообщество, я уже подключился. Ну, Games Together надо будет подключиться к этому сайту. И вот тут, видимо, ваш компьютерный персонаж, как его как-нибудь еще опять редактировать надо. Кстати, я не уверен. А, Nobody, это мой ник в Steam. Наверное, надо поменять ник в Steam. И вот он будет находиться, видимо, либо у моих друзей, либо вообще у всех, кто будет подключен к Games Together, я не знаю. Вы будете таким образом вашими аватарами обмениваться. То есть вот это уже изначально сделанные амплитюдами аватары.
А потом сами игроки будут изменять постоянно свои аватары, и я надеюсь, что когда-нибудь я смогу сыграть против аватаров своих зрителей. Просто вот будет целая игра, например, все 9 аватар против меня, которые это будут с моими зрителями там сделаны, какими-то другими любителями Humankind, и уже вот против них это будет интереснее делать, чем против изначально созданных амплитюдами аватарами. В общем, вот такая система именно. Я, опять же, повторю, я не уверен, будут ли работать эти преимущества в сетевых играх, да, или там против компьютера. Мне кажется, это когда этот аватар сам компьютером управляет, тогда вот эти преимущества у него начинают работать. Вот эти. Потому что архетипы, понятно, что для сетевой игры нафиг надо. Это как сам компьютер действует, и это как сам компьютер действует. А вот эти штуки, преимущества уже в зависимости от того, какие аватары вы против себя используете в игре. Ну и вот вступительный ролик, который мне нельзя было показывать, хочу вам сейчас показать. Большинство из них повествует о камнях и льде, находящихся в вакууме при минусовой температуре. Хотя вглядитесь в эту маленькую влажную каменюку. Это же ваша планета. Правда, первые 4 миллиарда лет речь тут в основном про аминокислоты. Не очень увлекательно. И все же со временем аминокислоты сливаются воедино, становятся интереснее и чуточку суше. Отдельный вид гоминидов понимает, что с помощью острого камня можно не только бесить своего младшего брата. Появляются инструменты и оружие, гоминиды начинают сотрудничать. Из непредсказуемой стихии огонь превращается в верного слугу. Они учатся делать одежду из шкур животных, учатся записывать и приукрашивать свои похождения. Наконец, эти племена учатся строить укрытия. И немедленно закатывают первые вечеринки с шашлыками. Это заря человечества. Борьба и сотрудничество принесли плоды. Подходит к концу неолит. Людей манит целый непознанный мир. Пройден немалый путь, но дальнейшая история этого племени уже ваша история. Теперь вы должны превратить его в великую цивилизацию. Как далеко вы заведете человечество? Мы теперь советские люди, товарищи, Родина зовет. Реально, вон поезда. Поезда ездят по железной дороге. Локомотивчик, скорый поезд Ашур Аварис отправляется с шестого пути. Ну давайте глянем на дерево технологий в последней эпохе, наконец-то. Во-первых, посмотрите, оно очень большое. Просто в последней эпохе реально, вот если даже предпоследняя. Давайте глянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 технологий, то в последней 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 технологий. Ну, последние 3, правда, это даже не техи, а скорее получение последних очков с возможностью больше славы получать. Видите, все это 300 славы дают. Тут мощь добавляют, и они, наверное, бесконечны. Их постоянно можно, скорее всего, открывать. Где у нас теха, позволяющая колонию на Марсе сделать? Огромный, так, геостационарный спутник. Дает обзор карты на 33% широт города, в котором создан проект. О, Катя, прикольно. То есть, видите, в отличие от Цивы, здесь спутник не открывает сразу все, а только часть. То есть, грубо говоря, вам надо на всех широтах 3 спутника запустить, чтобы открыть. То есть, ну, грубо говоря, получается, что у вас открывается вот такая полоса. Полоса именно на той широте, на которой город находится. Тоже интересный, кстати, вариант. Командный пункт. Ну, давайте, наверное, уже с техами будем разбираться в процессе прохождения. Еще что я вам наконец-то могу показать и что нельзя было показывать, это амплитюдопедию, Humankindopedia. Вот она, энциклопедия. На самом деле, получается, это открывается какой-то сайт, скорее, внутри игры. Это явно
Или интересно, или самого, или она установлена у вас. Нет, наверное, установлена, но это как сайт такой открывается, видите, и тут куча инфы. Все, по-моему, расписано довольно понятно. Догмы, святыни, города. Отсортировано по нужным вещам. Ну, я уже полазил по ней. В общем, она выглядит более понятной, чем в Циве и Имхо. Есть некоторые вещи, мне кажется, непонятны именно с переводом. Например, вот как мы разбирались... Ну, можно закрыть, я думаю. Как мы разбирались вот с этим чудесными эффектами. Например, какого фига тут не написано, что надо построить мануфактуру для того, чтобы ты заработал. То есть написано... что требуется количество источников, а то, что при этом еще надо мануфактуру построить, нафиг надо, да? Зачем это рассказывать? И вот здесь, кстати, мне еще правильно в комментариях подсказали, что мрамор, на мраморе не строится мануфактура, потому что нету рядом района. Мануфактура строится только рядом с районом другим. Но мне кажется, это странно немного, потому что, ну... Не всегда просто возможно этот район поставить, и вполне, мне кажется, надо было бы разрешить просто мануфактуру. Ну, может, да потом в патчах исправят это дело. Хотя, смотрите, у меня тут уже бипланчик летает всячески. Я вот, кстати, не знаю, как его использовать еще. То есть я в аэропорту построил... О, кстати, уран открылся, между прочим. Уран, алюминий... Ну, уголь еще до этого был. Вот из новых... То есть это последние ресы, последние эпохи. Уран и алюминий, что ли, все? Других каких-то нету других. Но уран в любом случае у меня на территории есть, так? И давайте, наверное... Так, вот откуда у меня этот самолет летает, мне вот интересно. Вот тут, что ли? Да, вот, тут два самолета, уже сразу второго уровня. И как я их могу использовать? Воздушные патрули. То есть они автоматом только вот отсюда могут. Видимо, я их никуда перебросить не могу. Так что аэропорты важные. Нет, могу, наверное, перелет. Выберите аэропорт, куда... У меня, по-моему, два аэропорта должно было. В Ашуре я точно строил, и где-то еще. Ну, пока не вижу. Могу я просто в город его перебросить? Нет, похоже. Ну, то есть, как в Циве, в города самолеты не размещаются. Так, хорошо. А где ж меня еще... Вот знаете, чего не хватает? Поиска на карте, как в Циве. Вот это было бы... Ну, то есть, мне нужны... нужно подсветить район. Мне нужен... То есть, я вот так вот включаю, но, извините, аэропорты ничем подсветкой не отличаются от уникальных районов, например, да? То есть, где мне этот аэропорт искать? И есть ли у меня еще вообще еще один? То есть, мне приходится по всей карте высматривать. Тоже не очень удобно. Я хотел еще узнать, являются ли чудеса отдельными районами. Вот, например, могу ли я поставить вот здесь? Нет, не могу. Зато, мне кажется, являются районами отдельными домики. Так, правда, я их еще, по-моему, нигде не построил. Да, везде в очередь поставил. Так, ну, поехали развиваться, видимо. Что я тут еще могу сделать? Давайте, наверное, планировать захватывать весь континент делать моими вассалами. Давайте, наверное, просто сразу с черным воевать, интересненько. Правда, у вас куча ресурсов завязано на черного. Так, что японцы союз? Нет, не будем с ними союз. У нас есть территория на нашем континенте, на которую мы планируем наложить ручки. Да, по идее, можно будет еще... Вот видите, здесь у нас есть морские и наземные пути, а еще будут воздушные пути, скорее всего, для торговли. Так, давайте начинать уже претензии.
Это далековато. Нарушили торговлю. Потребовать заплатить 4800. Торговый путь заблокирован. Персы выдвигают следующее требование. Может, я рано... Конечно, так, это все отвергнуть. Отозвали свои требования, но я-то к ним буду сейчас. Так, угнетение правоверных. У меня вопрос только... Акад... В каких... Вот тут не очень удобно, знаете, вот... Я понимаю, что я здесь вот в кризисах могу на это нажимать, но мне все равно за... За диалоговым окном не особо видно. Ну вот, вот это давайте потребуем. Эту территорию. Так, это далеко, далеко. Хотя там все эти территории. Вот эту можно. Не, все как-то... Breathe. Какие-то у нас тут караваны. 96 караванов минус. Ухудшаем отношения с самой сильной после меня цивилизации. Ну давайте Флегетон и Лич потребуем. Reparations or face grave results. A thousand curses on you, on every. I can turn the other cheek, but only if you pay. Damnation! О, уголь можно у нее покупать. А во время кризиса невозможно. Пока будут требования висеть, я так понимаю. Ну и у меня, короче, огромная. Желание войны. Давайте стягивать войска. Наверное, надо... Тут у нас есть зеленые, да? То есть тут, конечно, тоже у черного какая-то армия возможна, но... Нам явно надо сюда стягивать. В первую очередь брать Акад, Фест. Не знаю, правда, как там самолеты будут действовать. И есть ли у меня что-то улучшить? Какие-нибудь войска... Ага, диверсанта можно улучшить. Но он у меня где-то там в этом плавает. В разведке. Да, и у нас еще морские отряды появились. Тоже мне писали в комментариях. Давайте не немецкие подводные лодки опробуем. Я бы их разделил вообще. Так, давайте выключим автоисследование. И наши армии начнем подводить. Мне бы, конечно, вот здесь где-то вокзалы строить. Так, Дуркуригалзу. Тут у нас вокзал есть, да? Нам надо в Напате, где у нас вокзалы. Здесь мне надо... Так, 10 клеток, давайте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот сюда давайте поставим вокзал в Напате. Так. Что за оружейная фабрика? Ну, танчики еще надо наши, конечно, поделать. У нас тем более сразу два делается. Так, а где? А, они, наверное, не открыты у нас еще. Да, кстати, давайте сразу в танчики пойдем советские. Блин, тут открывается алюминий. Аэропорты можно строить далеко за пределами города для быстрого перемещения войск. Но они могут также повышать производительность расположенных поблизости коммерческих районов. Позволяет создавать воздушные... Вот, о чем я говорил, что можно воздушные торговые пути будет создавать. Моноплан-истребитель... Слушайте, ну мне надо войну в воздухе, чтобы алюминий обработать. Правда, по-моему, конкретно у меня нету алюминия.
Теория относительности. За исследовательский институт 100 славы получим. Так, а где Танчик? А вот и Танчик, собственно. Недалеко. Бронированный транспорт, неуязвимость к подавлению, восстанавливает здоровье после битвы, ничего себе. Да, слушайте, они тут изменили. Помните, если вы смотрели мои обзоры культур современности, там была у них другая способность, их две штуки строили. Они изменили способность танка советского, явно решили, что это слишком круто. Ну, кстати, вот просто танк, обычный танк, да, он типа сильнее на единичку. Но у него нету восстановления после битвы. И тут сразу противотанковое орудие. Вот эти вот это логично, и меня всегда удивляло в ЦИВе, почему ты сначала открываешь атаку, а потом защиту. Это примерно всегда, примерно в одно время происходит. То есть вы открываете самолеты, а зенитки хрен знает когда потом. Это просто удивительно. Ну ладно, мы в танке тут поставили. Свободная торговля. Дешевле ресурс базовый стоит. Ну, я бы дальше пошел. Потом исследовательский институт и, собственно, обогащение урана. Вот как-то так. Так, в Напате, там я поставил железнодорожную станцию, здесь, да? Давайте еще тогда, давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я думаю, вот сюда можно ставить, и тогда можно рядом с железнодорожной станцией будет наконец-то вот эту мануфактуру забахать. Природные заповедники еще можно ставить. Так, а где у нас домики еще здесь неплохо встанут? Деревня. Расчистить развалины. Это где такое? А где у меня тут развалины? Непонятно. Ага, деревню одну на район, видимо, можно. Ну, тоже логично. Это слишком крутой бонус деревне дают. Так, я еще на всякий случай где-нибудь тут поставлю. Чтобы было... Давайте вот сюда поставлю. Чтобы уже точно я этот мрамор смог обработать. Так, и что эти оружейные фабрики? Это, кстати, считается и промышленным районом, и коммерческим. Просто 5 промышленности, 5 деньгов. На объект ремесленный квартал, промышленность за шелк и промышленность за уголь, а на торговый квартал за самоцветы и деньги. А на объект ремесленный квартал, подождите, ремесленный, это же не промышленный, нет, это ремесленный, да. Ну, надо ставить. Где тут мне самые выгодные предлагают? Сюда. Потом сюда. Потом. Ну, у нас, по идее, скоро должна начать стабильность падать из-за того, что мы сейчас объявим войну. Эта куча ресов у нас перестанет торговаться. И он еще мне перекроет, скорее всего, торговлю с другими цивилизациями из-за этого. Ладно, пока хватит. Что за событие? Сезон болезни. О, прям ковид уже сразу. В перенаселенном мегаполисе Керма началась вспышка загадочной болезни. Причины ее не ясны. Одни утверждают, что виноваты смог и загрязнение, а другие предполагают, что природа заболевания куда опаснее. Хотя может оказаться, что это просто внесезонная вспышка гриппа. В любом случае, палаты городских больниц быстро заполняются заболевшими пожилыми людьми. Следует ли нам объявить карантин сейчас или подождать еще немного? Так... Ну, это минус деньги, но зато плюс наука. Я думаю, что надо объявлять карантин. Деньги
Денег у меня просто немерено сейчас. Так, надо будет юниты еще переместить, конечно же. Так, этот у нас плавает. Так, а здесь я могу уже основывать, превратиться в город. Видите, сразу с четырьмя населениями, у нас даже 280 производства будет, и со всеми объектами инфраструктуры от первой до четвертой эпохи. Это благодаря вот, этим открытиям... где вот тут, нет, не меценатство, сейчас покажу, где... Вот, например, трехмачтовый корабль, план колонии, например. Но это мы где-то что-то еще даже лучше открыли уже. Вот, генеральный план колонии, вот благодаря этому мы уже сразу начинаем с большим городом. Ну, давайте основывать. Москва? А, ну да, мы же за Россию играем, за Советский Союз. Давайте сразу вот это присоединим. Прикольненько. Так, что в Москве будем строить? Ну, надо, наверное, конечно, с портов начинать. Игра предлагает здесь поставить и здесь. И все здания инфраструктуры, которые на порты. А, вот это пока невозможно, потому что нету ни одного порта, так что подождем. Когда он сделается, здесь у нас будет экспертная... О, нет, здесь как раз не экспертная, тут народ города ставим. Тут нам наука как раз пока не нужна. А слушайте, давайте мы сразу закончим за деньги гавань. Вот, и начнем вот этот китобойный промысел. Что у нас еще тут на именно на порты? Торговцы рыбы, деньги за морской. Да, вот это добавим. Промышленность, лесопилка, фабрика, призывной пункт, таможенная служба, ведущиеся торговли, больница. А, давайте мы тут все это купим. Просто китобойный промысел добавит очень много сразу. Всего. Так, а что-то еще можно дальше? Или просто оптовый... Давайте просто оптовый торговцы рыбы. Ну, блин, 50 тысяч денег. Что тут откладывать? Что я тут из районов хочу? Ну, уникальные давайте, наверное, поставим. 23-21 абсолютно одинаково. Так. И... Так. Дальше. Я так понимаю, железнодорожный вокзал бессмысленно ставить в данном случае. Тут нужны будут аэропорты в будущем. Поэтому не ставим. Зато можно эти поставить. Деревни. Сюда. И... Еда или производство. На производство давайте вот сюда. Так. Все заканчиваем. 5 торговых кварталов. Точный повод завести счет в банке новых родственников, о которых вы слыхом не слыхивали. Это потому что этот оружейная фабрика тоже считается и торговым кварталом заодно. Получен у звезды эпохи. Получил за строительство районов. Просто развиваем Москву сразу. Как хорошо. Похорошела Москва при мне. Да, блин, достраиваем все, я думаю. Так. А, слушайте, а что оружие дает? А как можно улучшить оружие, построив мануфактуру? Тут же район, я ничего не понимаю. Будь здорова. Стабильность во всех городах минус 20, между прочим. Но плюс 2 всем отрядам. Короче, надо как-то... Мы где-то построим здесь, на этой территории, попробуем тут тоже мануфактуру. Видимо, на районе прямо она будет строиться, получается. Других вариантов не вижу. Да, хотя нет.
Ну, смотрите, вот тут нету сейчас возможности мануфактуру построить, так? Но чудесный эффект при этом есть. Может, все-таки оружие где-то на территории еще появляется, не знаю. Как это... Мне бы хотелось плюс 2 к силе еще получить. Хм. Так. Фабрика. Не, ну тут надо фабрику удобрений, чтобы еще плюс к еде был. А, ну вот это уже пускай строится, знаете. Пускай строится, город растет сейчас постепенно. Потом решим. И тут нам надо... Больше никакие территории не присоединяются, да? А знаете, я сейчас этих еще прекращу исследования, объединю и буду подводить сюда, чтобы они помогали в нападениях на города. Так, и где третий? А, ну этот далеко, это ладно, это пускай исследует территории. Так. Не знаю, куда мне этот поселенец еще пойдет. Что в Керме? Все. Застраиваем уникальными районами. Могу строить, значит, где-то в Керме есть этот аэропорт. Если я могу самолеты строить, значит, есть аэропорт. И где же? Блин, в упор не вижу. Самолеты для строительства доступны. Где аэропорт? Вот он. Ну, его хрен видно, короче. Давайте сейчас я попробую переместить просто самолет. А, вот он как подсвечивается. Видите, голубеньким для перемещения. Вот оно что. И, например, вот сюда хочу переместить. Ага, перемещается. Теперь я могу его обратно в этот же ход? Не могу. Ход потрачен. Окей. И в аэропорте сразу 6 мест имеется. Ладно. Так, тут тоже уникальные районы расставляем. Интересно, когда у меня реально стабильность закончится? Я вообще, по-моему, практически не строил здания на стабильность. Имею ее только с торговли. Да, спрашивали про стабильность игры, про лаги и прочее. Как видите, по-моему, все нормально. Да, я, наверное, могу сейчас включить... сейчас включу, чтобы FPS показывало. Так, надеюсь... Я не уверен, показывает ли вам, записывается это ли в видео, но вообще сейчас мне пишут, что у меня 27 FPS, 30 FPS. 30 FPS. Но это на максимальной графике, как вы понимаете. Я еще фиксацию на 60 поставил, но до 60 у меня не доходит. На максимальной графике. Хорошо, а если на отличную поставить? Так, на отличный уже 40 FPS. Давайте на отличный продолжу. Хотя вот в приближении сразу до 20 падает, да? 30. Полностью заюзана видеокарточка. Ну, 30 FPS на отличном. Хорошо, давайте теперь изменим... Да, блин. На хорошее. И 50 FPS стало выдавать. Ну, давайте останемся на хорошем.
тогда, раз уж такое дело. Продолжаем строительство районов. Пока я не знаю, опять же, записывает ли вам сейчас на видео, потому что, может быть, оверлеи не записываются, но я вам для этого и голосом, в общем-то, озвучивал, сколько FPS выдает. Слушайте, все еще первый ход после загрузки сейва. Столько всего сделать просто надо, как в новую эпоху вышли. И я сейчас буду еще войска перебрасывать туда, к границе с черным. Так, Дургазу, Аварис, Ашур и Керма. Использованы. Тут тоже я все построил в Напате. И в Москве тоже все построил. Так, у нас еще вот этот есть городок. Неапольскивский. Давайте поменяем местами. Войска теперь перебрасываем. Так, тут около Аккада. Я думаю, что мне этой армии хватит, чтобы Аккад захватить. Еще, видите, одна клетка осталась. Не одна клетка, один слот еще не открыт. Чтобы добавить вот этот полк. Ага, нет, этого давайте убирать уже отсюда. Возвращаемся. И этот где? Здесь стоит. Ну, если меня неапольскивский черный захватит, я не расстроюсь. Я надеюсь, там зеленые. Мне вот это вот главное захватывать у него, поэтому перебрасываем сюда все. Так, теперь заканчиваем ход. Аварис растет, Москва растет. Самолеты летают. В Дуркурегалзу, конечно. А, так я вон аэропорт там и строю. Я все в Дуркурегалзу, наверное, все самолетики переберу. Хотя, не, какой Дуркурегалзу? Мне вот тут нужен аэропорт. Городское планирование открыли. Еще лимит по городам. Полиция, стабильность повышается. Вообще, надо пройти сейчас по городам, проверить. Ну, сотка. Сотка, сотка, сотка. И по так вот тут благовоние, нету известных путей. Ладно, с розовым как. Welcome. Let us speak honestly with each other. Так, пока все с черным не будем торговать, понятно. Так, а какие у нас тут договоры с ним? Давайте пакт о ненападении. За 540 приму. Приму с розовым. Я, наверное, не буду пакт о ненападении, потому что у него есть территория на моей. С синим тоже не буду. Этот никакой. Хотя мы с ним тут торгуем, поэтому я думаю, пакт о ненападении имеет. А, да у нас с ним заключенный. Отлично. Ладно, тогда все. Отобрали мое чудо природы. Даже так можно. Ну, давайте. А, это коричневые. Не, не будем. Откажусь от требования. Типа, знаете, мое чудо природы имеется в виду, что мы типа первым его открыли. Но на самом деле мы его первым открыли вместе 4 культуры. И я точно тут заселиться никак не могу. Давайте еще глянем на религию. Есть ли вообще хоть одна территория, где хоть какая-то другая религия? Не, вон есть все еще одна какая-то. Вавилонский политеизм. Так, а культура? Вот на континенте вон одна территория есть, а на другом континенте вообще нету. Кайф. Так, подлодки. Пока разделяю. А
Хотя, а смысл разделять? Давайте их обе вести вот сюда тоже, к битвам, чтобы они участвовали. Просто обе пускай плывут. Зачем мне их разделить? Блин, я их разделил. Зачем-то. Давайте объединим обратно. Они, видите, как бы так сделаны, что они не видны. Я так понимаю, что эти юниты не видны, пока рядом с ними не встанешь. Игнорируют вражескую зону контроля и могут стрелять по целям вне пределах обзора. Вау. Хотя всего три клетки разница. И мало заметен. Заметен только отрядом в соседних клетках. Но это логично. Так. Где мне надо, подождите, в Напате, вот железнодорожную станцию, правильно, но мне нужен еще аэропорт, причем вот здесь поставим, чтобы он все вокруг влиял. И, в общем-то, следующим мы его строим. А давайте я его куплю, давайте я его просто куплю и сразу переброшу туда Самоли. Самоли. Так, слушайте, а самолеты у нас есть? Ну, ладно, я уже уберу эту. Да, воздушные отряды, вот они. Этот отсюда перебрасываем. Ну, а что он сейчас не подсвечивает синеньким? Может, слишком далеко? Блин, ну это... Вот это мне не нравится. Типа далеко. Реально, из аэропорта в аэропорт. Слишком далеко находятся аэропорты. Но это тупо. Хорошо, а отсюда? И отсюда не дотягивает. Ну что, тоже 10 клеток, что ли, между аэропортами? Какое-нибудь расстояние? Вот 14 написано. Может, им надо 14? Давайте проверим. Просто мне интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Где-нибудь здесь поставим. Это территория какого города? Авариса. Странно я посчитал. Потерялся уже. Вот здесь я хотел. Ну, давайте вот сюда. Сразу куплю, просто чтобы проверить, что там откладывать строительство. Так. Дотягивается отсюда. Ну, тут меньше явно 13 клеток. А вот меня больше волнует 14. Меня больше волнует вот отсюда. Дотянется ли? Да, тоже дотягивается. Ну, нормально. Тогда. Давайте больше самолетов строить. Особенно в Напате. Потому что, ну, сразу, чтобы в том аэропорту появлялось. Ну, кстати, можно выбирать, я так понимаю. Потому что, например, опять же, как и с этими... С бараками и с прочим, потому что, ну, в Аварисе, например, у меня два аэропорта, по идее. Хотя нет, я не вижу. Вот с этим можно появление наземных отрядов выбрать, а в аэропорте нельзя ничего выбрать. Где у меня будут самолеты появляться, вопрос? Непонятненько. Ладно, самолетики давайте. Так. Так. У нас будет 4, да? А мест в аэропорту? Ладно, пускай пока строится. Закончим ход. Готы перешли в античную эпоху. Подожди, не могут готы в античную перейти. Средневековье. Опять ошибка. Кстати, это было и в OpenDevi. Тоже там писала.
Они в средневековье перешли, а не в античную. Так, опять перебрасываем, значит, отсюда сюда. Там уже два самоля, кстати, ждет. Ну и, наверное, имеет смысл начинать. Где у нас армия вообще? Давайте начнем войну. Давайте все потребуем. Классно закончить уверст играть. Обожаю. I can turn the other cheek, but only if you pay. Я это проглочу только за определенную сумму. Так, гусары, молчать. Так. Да, во-первых, я хотел здесь посмотреть, появилась ли возможность мануфактуру поставить. А хрена. Ну ладно, еще деревня строится. Вот как бы железнодорожный вокзал, видимо, районом не считается. Рядом с которым можно мануфактуру. Но деревня должна начать считать. Но она через два хода. Хотя, блин, давайте я ускорю, что откладывать. Так, вот деревня построена, да? Е, появилась. Не, ну это крутая штука, потому что, извините... Ну, давайте здесь сразу закончим. Потому что благодаря этому у нас плюс 10% к промышленности и плюс 20% к стабильности. Хотя мы за мануфактуру очень много стабильности получаем. Ну, понеслась. Сразу с моими вассалами война. Ненависть. Так. Во-первых, вопрос, как у нас тут эти работают. Уже совершила действие. А, вот это... Нет. Подождите, так тут эскадрильи считаются вообще все сразу? Почему вот эти... Вот эти ж не делали ничего. На этот ход. Почему я этими не могу управлять? Вот этих я перебросил. Или наоборот. Вот этих я перебросил. Ладно, подождем. Я думаю, что Аккад мы захватим и так. Тем более тут алюминий, извините. За алюминий даже в Humankind идут битвы, не то что в Циве когда-то. Так. В целом сильнее сторона врага. Ну, посмотрим. У нас тут, извините, янычары на троечку, а это ребята, которые как раз... Да, вот тут интересный вопрос, где мне ставить... Я, наверное, вот этого сюда поставлю, чтобы отсюда можно было стрелять. Так, вот этого сюда. Аркебузиры тоже должны сверху стоять. Ну и воин здесь. Все. Поехали. Тут должны быть ваншоты вообще. А, он на меня напал. Он на меня напал, прикиньте. Странно, я же ставил... Если он первый ходит, это значит, что он первый на меня, да охренеть. Но это... И не убил. Так, а у него вообще что... Какие войска остались? А у него там караки, блин, вот почему у него типа выше. Но они не могут участвовать здесь, по-моему, в битве. А нет, они стреляют издалека. Так, ладно. Ну... Хорошо, а где флаг тогда
А, он на меня нападает. Я все время это забываю. Но у нас есть поддержка. Хорошо, и как я это могу бомбардировку делать? Уже совершила действие на этом ходу. Что-то пока непонятно, как у нас удары с воздуха происходят. Так, ну вот этого парня я хочу спасти. Не знаю, как тут... Как вот карак использовать? Не знаю, давайте сюда встану. Он, по идее, будет... Ну, я просто... Я иду, я... А, его не видно, смотрите. Не видят этот отряд. Так, интересно. Ну и плюс там вот еще, видите, участвуют в битве, я так понимаю. Но караки еще не участвуют, они только будут входить вот отсюда. Ладно, давайте я закончу раунд, потому что мне не очень понятно, как сейчас будет все это действовать. Сейчас будет черный ходить сначала. Самое главное, почему у меня самолеты не действуют. Может быть, эскадрилья должна все четверо как бы сразу быть... Невозможно, вы совершили действие на этом ходу. Причем все четыре. Обидненько. Так, стрелять я по никому не могу. А вот этот может стрелять. Но он проиграет эту битву. Не знаю, он, наверное, напал для того, чтобы... Просто я город не захватил. У меня других объяснений нету. Давайте сюда встану. А тут его видно почему-то. О, вступили караки. И начали стрелять. Ну, эти, наверное, мне убьют. Шесть выстрелов. Это больно. А, уже мой ход. Самолеты летают, но в бою не участвуют. Ой, я из боя типа вышел. Не, ну тут давайте отходить. Да, смотрите, вот стреляющие эти юниты, когда они становятся, ну, огнестрельными, у них больше нету штрафа при рукопашной битве, но при этом они перестают стрелять после того, как походили. Видите, канонир, отряд дальнего боя сражается в полную силу, даже если обороняется от отряда ближнего боя. Так это всех огнестрелов считается. Но вот здесь чего не написано, это того, что он не может стрелять после того, как походил. Видите, наверное, этого... Блин, что так странно. Давайте вот сюда отведу. Тут выстрелю этим. Сюда отойдем. Нет, стреляет. Странно. Так, у черного вообще юниты, кроме кораблей, остались? Вроде нет. Так, а у меня кто еще не походил? Вот этот. Все, дальше продолжение на следующий ход будет. У меня тут плывут корабли. Плывут на помощь.
Ходячие подранки. Слушайте, ну это уже было, кстати, помните, в... То ли в антич... По-моему, в античности было. Так что встретим с почестями. Но это из-за войны. Ходячие подранки, конечно, очень странный перевод. Я бы просто перевел инвалиды, например. Так, подлодочки поплыли. Да, непонятно у меня, короче, с самолетами пока. И давайте еще достроим. Там 6 же самолетов, да, влезает. Поэтому достраиваем. Ну, тут уже на моей территории что-то грабить бегает. Кто это вообще? Блин, всадники. Это компьютер, блин, в своем стиле. Что в ЦИ, что здесь? Нафиг апать. То есть этот же чувак по развитию, ну, чуть отстает от меня. Ну, зачем всадников апгрейдить? Меня больше интересует, как вот фиолетовый и зеленый с черным смогут воевать. Ну, вон, видите, вон, на Рим идет нападение. Блин, ну что, серьезно. Мечеборцы и метатели дротиков. Это же юниты античности. Мечеборцы. Ладно, переход хода висит. Все еще, ребята. Переход хода висит. Блин, видимо, придется сейв грузить, потому что ход все не передается. Зато я горячие клавиши увидел, как прикольно сделано. Вот F1 это помощь. И просто объясняет, смотрите, каждое окошечко. Нажимаете на F1 и объясняется, где что. Видите, вот тут метки находятся. Ты можешь сам метки ставить. И вот то, чем компьютеры пользуются, этими метками можно повестить другие империи о своем интересе. И заходите там в город, например, тоже все объясняет, где что находится. Кайф. То есть, если кто-то не разбирается, прям вообще must have. А если я юнит выберу, например? Юниты. Дима, какая армия-то? О. Информация об армии, состав, информация об отрядах. Камера тоже на четверть крутится на Q и E. То есть, можно так вот, чтобы понятнее было, куда идти, если где-то непонятно. Но это, кстати, важно здесь, потому что многие места просто непроходимые могут быть, а иногда не видно этого. Ну, в общем, если у вас вот такая будет фигня с бесконечным переходом хода, вы просто делаете сейв на тот момент, когда вот это у вас висит, и загружаетесь, и ход дальше проходит. Вот видите, изучил беспроводной телеграф. Так, деревня теперь дешевле в производстве, и... От общественного квартала плюс два влияния. Правда, нету ни одного общественного квартала. Так, у нас там должна битва идти, продолжаться. А, нет, это еще этот ход идет до сих пор. Не понял, странно. Ладно. Продолжим плавание. Сейчас еще только переход будет. Видите, не все юниты просто еще походили. Но ход перешел вроде как. 15 торговых кварталов. Кто бы мог представить, что такое богатство доступно и не успел прочитать. Им, короче, надо медленнее убирать эти титры. Не, слушайте, опять висит переход хода, получается. Опять реально пришлось сейв грузить, изучена позиционная война.
По одному ходу, что ли, открываются? О, звезду эпохи получил. Строительство. Ну, кстати, я так понимаю, звезды в данном случае уже ничего не влияют? Или влияют все-таки? Просто я не вижу здесь, что надо необходимо 7 звезд собрать. Так, что у нас в битве? Сражение продолжится на следующем ходу. Короче, какая-то фигня происходит. У меня открываются техи постоянно после сейва. Ходят юниты. Вот, тут сражение происходит. Давайте я повоюю. А там у меня подлодки еще не доплыли. Совершенно случайно, нет? Нет еще. Ох, как меня сейчас обстреляют. Больно. А, так это у нас одинаковые юниты, нет? Нет, это все-таки немножко разные. У него сила 40, а у меня 73. Меня все равно убьют, очевидно. Хотя я ваншотаю их. Смотрите, как приятно. Тем не менее, пакета кораблик. Эх, хороший корабль был. Так, а что у нас тут? Вообще где-нибудь еще можно что-нибудь заселить? Вон какой-то, вот к нему поплывем, наверное. Так. Шо, в Керме уже все уникальные районы построились. Давайте больше самолетов, может. Партизаны. Тяжелый пулемет. Кстати, а что-нибудь апнуть можно? Вот, вот этого парня, наверное, в тяжелый пулемет явно можно апнуть. Ага, из слонов в тяжелые пулеметчики, а? Какой прогресс. Давайте пойдем здесь помогать Риму. Ой, блин, я его случайно вывел. Фак. Так, что ж в Керме строить? Торговля, улучшение, фондовая биржа. Ну, фабрики можно. Кстати, давайте фабрику и потом два самолетика. Да, что-то у меня с переходами ходов тут стало. Потому что, типа, ходы на самом деле переходят, но вот тут битва-то не идет. Типа, при этом еще техи открываются. А хотя с другой стороны... Нет, я не могу ходить, видите? Никак не ходится. И самолетов то же самое касается, я так понимаю. Это надо в битве, кстати. Что-то у них тут не доделано, видите? Поэтому они не хотели показывать... Последнюю эпоху. Так, альмейки в древний мир, хотя на самом деле они не в древний мир, скорее всего, либо в средневековье, либо в новую. И ход не переходит опять. Ладно, давайте сохраню. Это уже третий сейф, типа 157-го хода. Давайте вообще перезапущу игру. Ну что, четвертая попытка этот ход закончить. А, смотрите, походило все вроде. Я вот смотрю, у них тут двигаются юниты. Нет, но все равно
продолжится на следующем ходу автобитва. А юниты тут ходят при этом. И опять у меня могут эти юниты ходить. Что-то у них сломалось. О, он, кажется, апнул юнит. Нет, не апнул нифига. Давайте на этих нападем еще заодно. Отступил кто-то? Армейки, прирост населения. Так, этот сюда вплывает. Мне кажется, что-то багнулось либо в этом бою. Не знаю, мне надо, чтобы хоть как-то ход перешел, наконец. То 143. И, ну, 700-й год нашей эры, серьезно, все еще. Слушайте, а у черного-то дофига морских юнитов. Ну, давай, ход, перейди, пожалуйста. Не, по-моему... По-моему, ничего не происходит. А, слушайте, у нас же тут еще чудеса-то открылись, про которые я забыл, что надо... Так... Плюс 20 стабильности на объект «Спокойный город», плюс 10% ко всему выхлопам. Круто. Христос Искупитель тоже... Слушайте, они тут одинаковые. Только Христос Искупитель еще веру будет давать. Вот эти практически одинаковые чудеса, потому что по 10% ко всему. А, нет, этот, смотрите, этот дает просто на все города плюс 10%, а этот, если «Спокойный город». Ладно, а Empire, денежная прибыль от ведущейся торговли плюс 20%. Это все прекрасно, но без перехода хода я ничего не могу сделать. Походу мне надо грузить сейв до вот этого бага. То есть мне надо автосейв загрузить. Вот этот автоматический и заново 157 ход играть, к сожалению. Ну, наверное, перепокажу все-таки. Мне придется заново по-другому действовать, к сожалению. Сразу давайте перебросим самолеты. Так. То есть я сейчас попробую... Я нападу на Акад, а не он на меня нападет. То есть я буду первым ходить. Я надеюсь, что самолеты сейчас будут задействованы. Плюс здесь сразу, наверное, купим самолеты. Но глюк мы уже обнаружили. Неприятный, то есть типа ход проходит, но он не проходит на самом деле. Ну вот у нас тут 6 самолетов. Из них... Вот четверо должны действовать вообще-то. Вот 4 вот этих... Нет, 2. 2 вот этих самолета должны действовать, а вот эти нет. Ладно, дальше нападаем сразу на Акад. Подождите, я не объявил войну. Давайте-ка я объявлю войну. Персон. Кроме того, давайте сразу чудо присвоим. Но мне больше статуя Христа Искупителя нравится, потому что она просто на все дает плюс 10%. А потом еще и Сиднейский построим. Так, теперь, значит, нападаем. Да. Поддержка вроде работает. Сразу идем на приступ. Теперь вопрос, будут ли у меня самолеты действовать? Уже совершила действие на этот ход, совершила действие. Странно. Просто странно. Так, ваншоты начинаем.
этим просто постоим. Я сюда встану. Ладно, сюда встану. Посмотрим, как они будут действовать. Странно, они убиваются об мушкетеров. Это, конечно, все, победа. А разница, видите, в том, кто первый нападет. Если они первые нападают, видите, у меня я не могу за один ход их убить. А тут они напали, они еще, видите, корабли подвели. Так, значит, тогда мы этого можем спасти. Считайте, что я воспользовался сейф-лоудом. Так, где у нас тут еще? Так, эти плывут. Сюда поплывем. Так, инвалидов с почестями встречаем. Где-то у нас здесь армия. Тут армия вот идет. Ну, надеюсь, теперь ход перейдет. Или у нас все закончится на 143-м и все. Я думал, может, тут из-за того, что висит бой. Кстати, обратите внимание, мне нравится, что загрязнение все еще 0-нулевой уровень, но внизу прочитайте. Главный источник загрязнения — советские люди. Советские люди — главный виновник. Сейчас у любителей Советского Союза бомбанет. Советские люди — главный виновник. Очередная загрузка сейва очередная. Сейчас я попробую не объявлять войну черному. Просто посмотрим, позволит ли мне это. Так, мы не в войне, да? Да. Отправлю просто подлодки. Позволит ли мне это закончить ход? Сейчас закончится, позволит, чтобы ход перешел дальше. Передача хода. Походу, ну, придется разработчикам мне сейчас писать. Я не знаю, как мне дальше продолжить игру, показывать вам. В общем, ребята, сутки прошли с того момента. Я написал разработчикам, пока они мне только порекомендовали попытаться либо заново начать, либо с предыдущих каких-то сейвов. Я это делал, и 156-й ход, и 155-й, и 154-й. Вот такой затык происходит при переходе. Я даже уже язык менял заново, Humankind переустанавливал. В MyDocs тоже там все удалял, которые к игре относятся. Происходит затык. Более вам хочу сказать, что даже бывало не только на 57-м ходу, но и на каких-то ходах до этого начинался затык. Поэтому ничего не приходится делать, как ждать, видимо, только патчи, либо вот в понедельник, как мне сказали разработчики, возможно, они что-то поделают с игрой, так что пока вот на этом моменте я заканчиваю это прохождение, ну, какая-то проблема есть, то есть это внутри, то есть начинается переход хода, игра что-то не может просчитать и просто останавливается, все, типа, дальше ты ничего сделать не можешь. Я могу сохранить сейчас игру, запустить, но она будет как будто будут даже ходы какие-то делаться, но она как будто будет все равно оставаться вот на этом ходу. Ну и смысл, то есть это никак не заканчивается, получается. Так что
На этом пока все, я надеюсь, будет все-таки продолжение. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!